Да, подчеркиваю. Вы же говорили, что распивали напитки, но во время... Я не успел. Вы же сказали, что в магазин ходили в это время. В магазин сходил, но там мне дали, избили. Нет, не в магазин, я в магазин купил, где буду записываться. Врать не буду. Я с магазина пошел с двумя бутылками. У меня была цепочка с крестиком. Я пришел, они меня бутыхали. Нет, вот вам крест. Нет, я когда выпью, я не сажусь за руль. Это слово офицеру даю. Да, я пошел сегодня цепочку искать с крестиком. Меня Бог накажет. Понял, что вот. Ладно, вот. Давайте, ждем вас. Это военно. А у меня хорошо. Другая рубашка была, и пуговицу провалили, цепочку крестик. Я пошел крестик искать. Ну, гараж был закрыт. Запись идет. Прошу. Покой. Дашь покой. Вы фиксируете? Я подошел к этой подтверждавшей. Она мне сказала, Мелик меня зовут, а она ко мне претензий не имеет. И заявление я отдал вот сюда, вот, старшему лейтенанту.